I see your eyes, bro. Джунь. It doesn't matter. It's look at you, your nose, блядь. Yeah. Что, I'm Юра? Джуни, now I speak to you. Now смотрите, какая у меня подводка Urban Decay, как у Марины Африкантовой розовая. Это же просто умереть. Видите, какая красивая. Дорогие друзья, сегодня у нас показ. Я очень волнуюсь. Все звезды выходят на эту, на этот подиум. А мы с Катей. Меня прям трясет, Лина, я тебе клянусь, ты знаешь? У меня сегодня, когда я вышла на сцену, короче, у меня прям это, такая, типа, паническая атака. У меня вот так вот начало сердце выбиваться, короче, колотиться. Я думала, знаете, какой загар красивый зато. Мы заказали еду. Я заказала себе фалафель вегетарианскую. Фалафель, грибной суп и пирожное. Катя, поздоровайся. Маш, не подстраивайся под Ливана. Я тоже бы сказала, что если ему не нравится, то все. Что давай по карту? Ми нет. Маша, почему мало стало просмотров? Ой, слушайте, мне не важно. У меня все, что есть, все мое. Утром у меня в эфире было сколько? 1000 человек. Вот моя семья, и мне не важно. Самое главное, все идет у меня как надо в жизни, слава богу. Все живы, все здоровы, все. Честно, да, я стала много сладкого есть. И кофе я сейчас с сахаром пью. Да, вы мое все. Всем привет. Где подводку такую купить? Сейчас она продается в ГУМе. Обязательно сходите ее купите. Вот она, розоватая. Ты считаешь, что не нужно удалять сизер, да? Я ему сказала, что если его что-то не устраивает, то мы прекратим общение, потому что я не буду больше идти на поводу у мужчин. Подводка называется Urban Decay. Urban Decay, розовая подводка, вот она. Слушайте, да если мы придумали, это реально был скандал у нас. Но я думаю, что если вы посмотрите все интервью целиком, вы поймете, как, почему Ливан так отреагировал, на какой вопрос. Нет, мы не пойдем за руку, потому что мы с ним, он не отказался выходить, но мы не пойдем за руку. Цена 2000 подводки. Ливан немного обнаглел. Ну что сделать? Бывает. Ты куришь? Нет, я вообще не курю. Будь счастлива, спасибо. Спасибо, родные. Кать, ты разговариваешь? А, Катя разговаривает. Сейчас Кате покажу. Сверху у меня фотку, да? Ну ладно. Вот она. Катя разговаривает со своим мужем, дорогие друзья. Вот у нее телефон стоит. Катя, зачем в Москву? Ко мне, увидится со мной.
Она очень по мне соскучилась. Вот, Катя готовится к показу. Что? Мы пришли пообедать. Вот. Что плохо видно? Я вообще без фильтра сижу и плохо видно. А, вот сейчас лучше. Что? Гриценко покинул проект, потому что он ушел своей девушке. Мы с ним разговаривали. Кать, кто у тебя муж по нации? Я забыла. Араб. У Кати муж араб. Настолько разная, настолько другая, чем на фото. Красавица. Катя, да, очень красивая. Ливан с нами не пошел. Получилось выйти из бана? Да, получилось. Катя скромная, да. Вы знаете, Катя вчера 3 часа мне говорила, читала лекцию о том, ну вообще о жизни. И я сказала: Катя, почему ты ведешь Инстаграм только с красивыми фотками? Ведь, говорю, ты такая умная. Я говорю, проведи эфир моим подписчицам, им же будет безумно интересно. Ливан уехал, я не знаю почему. Он говорил, что пойдет с нами, но мы с ним немножко поссорились, и он уехал. Катя скромная. Рома с Пинчук, конечно, они расстались. Они уже давно расстались. Слушайте, мне кажется, это фильтр у меня. Вот, без фильтра. Все. Ты такой добрый и искренний. Катя в жизни красотка, сказали. Кать, представляете, у нее ни капли макияжа нет. Салат по-азиатски. Салат по-азиатски, Катя. Смотрите, какой салат Катя мне сказала. Давайте посмотрим. Это с чем? Это курица, гречневая. А что за соус? Гречневая. А что за соус? А мне не дадут, да, еду? Кать, говорят, ты лучше, чем даже на фото в Инстаграме, представляешь? Спасибо. Она без капли косметики у меня, дочь моя. Кстати, Катя хочет в блондинку покраситься. Как вы думаете, надо или нет? Давай посмотрим. Стас придет на покраску. Соус терияки с имбирем. Блин, все, слилась, девочка. Что вы стыли? Я не знаю, я все равно очень волнуюсь перед этим подиумом. Я даже не ожидала, что я так буду волноваться. Катя говорит, что я, говорит, на тебя смотрю и хочу блондинкой быть. Маша, ты понимаешь, что это очередной пользователь? Он сказал, что все, потом подумал, выгодно себя не знаю. Я тоже считаю, что Ливан лишний пиар с помощью тебя получает. Чикен? Не переживай. Попробовать салат, да? На, попробуй. Сейчас я у Кати еду буду пиздить. Немножко можно же, да? Интересно. Бери. Так, вот курица. Слушай, этот салат обалденный. Интересно. Кать, да. А ты с чем салат? С чем салат, скажи мне. По-азиатски, блин. Это бомбический салат. Может, еще один я даже не ожидала, что так вкусно. Я у Кати... Блять, они долго несут. Это нереально вкусный салат. Ребят, всем, кто будет в шоколаднице, мы настоятельно рекомендуем взять салат. Вот он, запомните. Салат понятно. Обалденный. Хорошо. А это мне, да? Крем. А, это нам на двоих. Что, бросил нас? Ушел? Джанет, нет? Давай, Маш. Чего? Суп ешь пока. А мы сухарики можно бросить туда? Конечно. Спасибо. Все можно, все нужно. Смотрите, какой у нас супчик. Я поем пока.
Не, мы не пошли в кофеманию, там очень дорого. Ну правда. Кстати, Катя везде всегда заказывает водичку с лимоном. Это вода, Катя воду пьет. Так, все, мой любимый крем-суп с шампиньонами. Ой, обалденный. Да? Суп обалденный. А чем у тебя муж занимается? Всем очень интересно. У него фабрика. У него фабрика. Он делает сковородки, соковыжималки. И главное, что он по знаку зодиака скорпион. Это главное. Не хочу говорить про Ливана, он мне все нервы выпотрошил, ребят. У Кати салат по-азиатски. Очень вкусный. Вот так. Мама заняла. О, посмотрите, вот что мне принесли. Вы же понимаете, это фалафель, хумус. Это моя любимая еда. Это не индийская? Израильская. Израильская? Да. Вегетарианское блюдо. Хумус, фалафель. Я думаю, а что... это что такое? Вот это? Попробуй, все это пробовали. Это изнута. Очень вкусная вещь, Кать. Я, конечно, понимаю, что нелегко с мужчинами, но я не думаю, что настолько. Проблема в том, что Ливан привык сам брать интервью и задавать любые вопросы. А что такого, что ему, извините, задали вопрос? Он медийный человек. Я считаю, что... Да, у него безупречная репутация. Ну и что? И что, что я с дома два? Мне вообще, вы знаете, мне такое, блядь, пишет, что я извиняюсь сегодня в директ. Типа, да ты не понимаешь, какой твой уровень и какой уровень у Ливана. Да ты должна была на него молиться, что он вообще посмотрел в твою сторону, потому что ты с дома два. Это что за рассуждение вообще? Мне говорит, мне звонят, типа, это, со всего мира мои друзья, люди искусства, говорят, что это позор. Маша, почему позор-то? Ну, ему мама задала вопрос такой, но... очень жесткий, очень, реально. То есть там не просто из серии там. Ну, Маша. Короче, он так среагировал, это был пиздец. Он вышел, камеру снес, нахрен. Сказал, что если ты не выдержишь, типа, этот момент, все, из эфира. Да. Но мы-то не поставили в эфир, мы поставили только конец того, что было. Мы даже не поставили вопрос, после которого он так себя повел. Да, Катя. Но он же чё? Вчера мы общались нормально. Ему ночью, после тизера, конечно, после тизера ночью мы пошли, вопросы, типа, нахер ты согласился? Мне мы звонили со всей стран, там, из Абхазии, ну, откуда он родом, из Парижа, там, художники всякие, его друзья. И он начал психовать, он очень на это тяжело реагирует. Это после вашего разговора? Да, после нашего, то есть до того, как... Ну, я выложила тизер, его убедила, типа, все нормально, ладно, говорю, прикольно даже. Говорю, больше народа посмотрит, а потом началось ночью все это. Ой, суп шикарный. Да, я тебе говорю, это лучший суп. Это я ему сказала. Я говорю, размести тизер и поржи над этим, говорю. Если ты будешь на это реагировать,
Я ему сказала, если ты будешь на это реагировать, то наоборот, народ будет еще больше на этом злорадствовать. Ты, говорю, выложи у себя и постебись, типа, что это прикол. Потому что когда, я ему говорю, смысл мне удалять тизер, который посмотрело 50 тысяч человек. Я говорю, это бред. Он говорит, удали, да? Ну, конечно. Мы на показе должны были с ним выходить за руки. В итоге мы выходим по отдельности. Да ладно. Конечно. Он обиделся? Вот что я ем. Фалафель, хумус, вегетарианское блюдо. Просто меня на доме 2 научили. Чем больше ты даешь реакции, тем больше тебя начинает по этому больному бить место. То есть, если ты отшутишься, то понимаешь, что у тебя нет больных мест. Я на доме 2 всегда с юмором на все смотрела. Так шикарно. Ага. Очень вкусно. Слушайте, если делать выпуск, то смысл задавать вопрос: Ливан, как у тебя дела? Где ты родился? Что ты ешь? То это никому не интересно. Ребят, я не могу вернуться на проект. Потому что выдержать такие вещи, например, как с Ирой сейчас, челлендж «Ирка-дырка», ну это, извините, можно охуеть. В смысле он попросил? И что? Я еще раз говорю, то, что я его предупреждала, то, что я его зову на передачу не для того, чтобы задавать вопросы, как погода, как ты пришел в журналистскую деятельность и все тому подобное. Пусть прекращает со мной общение. Все. На все можно отшутиться, на все. На любой вопрос. Толстый, это экран полнит. Если на меня посмотреть живую, то я очень худая. Я как тростиночка. Спасибо, родные. А он широко известен в своих узких кругах. Не, ну он известен, да. Просто не аудитории, как бы сказать, такой, как после «Дома-2». Но он известен. Я его тоже не знала раньше. До Ялты. Кать, ты с кем общаешься? Меня все спрашивают, когда ты проведешь эфир? Вот как ты мне вчера все рассказывала, Кать. Ну когда? Ну давай проведем. Давай. Я не знаю. О чем будет речь? Скажи вкратце. Ну, что будут спрашивать, то и буду. Нет, расскажи о том, что ты мне вчера говорила. Как ты
сама пришла к тому, к чему пришла. Ну серьезно, к такой жизни. Как ты поверила во Вселенную? Как правильно отправлять запросы на желания? Хорошо, все скажу. Скажешь? Не сейчас. Хорошо. Все хотят твой эфир. Просто Катя, знаете, я скромная. Необыкновенно добрый, скромный человек. Вот. И я очень ее попросила для вас провести эфир, потому что она читает сутками, она ведет тренинги женственности, но она просто стесняется. Ну что за херня? Пожалуйста. Кать, где ты нашла мужа? Скажи, пожалуйста, спрашиваю. В Дубае познакомилась. Но это не просто слово «нашла». Катя до этого его визуализировала в течение года. И она правильно отправляла запросы, и ей пришел точно такой мужчина, о котором она мечтала. Да. Катя очень хорошая. Муж, конечно, ревнивый. Как ее не ревновать? Она что-то стесняется у меня, не знаю почему. Пластырь. Это Катенька сделала операцию, у нее был микродермал. А почему ты, кстати, убрала его? У меня был после микродермала килоидный рубец, который пришлось вырезать операцией. Вот так вот, не делайте микродермала никогда. Серьезно? Полная хрень вообще. Но он может нормально зажить, а может остаться такой рубец некрасивый. А зачем ты делал? Ну, блин, думаю, что будет красиво. Ой, бедная моя, дочь моя. Катенька планирует детей. В скором времени. Как Бог даст. Катя прилетела на неделю моды. Тебе везет с подругами. У меня очень хорошая. А у мужа одна жена, у Катиного. Сколько должно быть? Ну, спрашивают, мало ли, мусульманин, может быть, много. Никогда, даже близко. Только одна я, только дети со мной. Микродермал это... Покажи, Катя, да, что это? Ну, я не знаю, у меня нет сейчас. Ну... Помните, такие украшения были на шее? Одну штучку делали, две, кто-то три, ну разные. Такие изнутри, как пирсинг он идет. Я делала две штуки. Вот у меня верхний зарос, а нижний, получается, рубец остался. Я прижигала лазером очень глубоко, у меня все равно оставался рубец. И пришлось вот делать позавчера такую мини-операцию, где прям его вырезали, эту кожу, и зашили заново. Ты приняла веру мужа, Катюш? Нет, почему? Он мне говорит, чтобы я оставалась христианкой, а он мусульманин. А повенчаться вы не сможете, да? Повенчаться нет. Никак? Да. У нас был никак. А был у вас? Ну, мы, да, расписались. По мусульманскому, да? Да. Но я осталась христианкой, потому что я спрашивала в церкви у батюшки, у мулы, и все говорили, что ты христианка, христианка, он мусульманин. Поняла. Давай уже, короче, общайся сама. Давай. Катя, есть. Катя, у меня... А. Видите, все, у нее небольшой выход был, но для начала... А сразу 700 человек тебя смотрело, прикинь, как тебя любит народ. Потому что Катя потрясающий человек. Катенька, она очень умная. Не, если любовь есть, берут, поверьте. Вот арабы не берут жен, типа, не своих. Поверим. Нет, он же мне наполовину араб, наполовину индус. Не наполовину араб, наполовину индус. Там все четко. Он взял Катю и счастлив. Салат вегетарианский, фалафель и хумус. Ну, это моя любимая еда. Кать, ты можешь сказать, какие книги ты читаешь? Я могу дома еще. Так, ну давай. Ну, пожалуйста, скажи. Не, ну не показывай. Нет, скажи, пожалуйста, Кать, какие? Хорошо. Для начала прочитайте, ну, начните читать книгу Вадима Зеланда. Любую. Там 8 ступеней. Трансерфинг реальности называется. Очень хорошая, читается легко и доступно всем. Вот. А сейчас я читаю книгу Джо Диспенза
«Сила подсознания». Вы можете также слушать ее на Ютубе. Он очень-очень объясняет хорошо, качественно, и там любой человек поймет. Вот. Но нужно слушать ее, вот Джо Диспенза, очень-очень внимательно. Вот. Для начала вот эти вот книги Вадима Зеланда, там они небольшие книги, такие бумажные, не бумажные, как мягкие такие они. Их 8 книжек, не толстые, средненькие. Читаются очень легко, называется «Трансерфинг реальности». Там 7 или 8 ступеней, начни читать их. Потом есть у Зеланда тоже очень хорошая книга, называется «Жрица Тафти». Вот, почитайте ее. Интересно, это психология, но больше, наверное, эзотерика, но очень прочищает мозг. Кому... Вот, допустим, я начала читать эти книги 2 года назад, когда я была в глубокой депрессии, в долгах, и я не знала просто, что мне делать. И я... попали мне в руки эти прекрасные книги, и я начала просто менять свое сознание. На самом деле это все очень интересно, но это очень трудно менять свое сознание. Но если вы научитесь, вау, просто в жизни будет все, что вам нужно. Так. Для начала хватит. Как вы поняли, да? Такая у меня подруга. Она очень умная. Зеланд. Вадим Зеланд. Вадим Зеланд. Трансерфинг реальности. Он очень популярный. Он, я читала книгу. В общем, как Катя не будет стараться, но Фил будет на показе, Стас будет на показе. Все будут на показе. Вот. А какая книга последняя ты сказала? Джо Диспенза. Джо Диспенза. «Сила подсознания». «Сила подсознания». Запишите. Катя вам проведет эфир, не волнуйтесь, родные. Вас можно слушать бесконечно. Первое. Вадим Зеланд, «Трансерфинг реальности», и Джо Диспенза, да? Да, «Сила подсознания». «Сила подсознания». Вторую я не читала. Так что вот так. Не, Ливан не звонит, отскочил, пацан. Катя очень умная. Когда проведем? В понедельник, наверное, эфир? Я сейчас иду к 17.00. Меня начнут красить и собирать. У меня будет греческая прическа. Так. А в 20.30 Катя начнет прямой эфир с показа и будет нас показывать с Ливаном. Стас, держись за него. Я ни за одного мужчину держаться не буду, ребята. Вы о чем говорите? Это они должны за меня держаться? А в интернете онлайн можно найти, почитать книги эти, Катюш? Конечно. Можно, да, в интернете можно. Как выйти из депрессии? Как просто. Катя вам расскажет в понедельник. Будем ждать, я знаю. Есть практики специальные. Есть практики. Катя мне тут вот шепчет. Все, давай потом, я подготовлюсь. Она подготовится. И конкретно все расскажу. Зеланд, Вадим, «Трансерфинг реальности». А вторая книга? Джоди Спенса. Джо Диспенса. А Джо? Диспенза. Диспенза. Джо имя, Диспенза фамилия. Сила Джо подсознания. Имя, Диспенза фамилия. Сила подсознания. Маша, мне кажется, нам надо счет просить. Погуляем, да? Да, дорогие друзья. Все. Мы вас всех очень любим. Блин, что это у меня такое? Это сложно еще? Третья шкафка. Нет. Выглядишь супер. Диме мужу привет передаю. Джо, у меня есть книга сделана такая, ну вот. Сегодня вечером будет эфир с показа, а потом посмотрим, какие планы. Что это такое? Все оборвалось. Ну и херс. Просит нас взять погулять. А мы пойдем косметику Кате выбирать. Косметику не будем.
Не косметику, Кать, а что? Нет. Ждем, Машуль. Я с ним не ругалась. Он со мной поругался. Я с ним не ругалась. Я никогда ни с одним мужчиной не ругаюсь. Кать, дай свой телефон. Какой? Я покажу, как ты записана в Инстаграм. Скажи просто, что ты в сторис отмечаешь меня. Ну просто... посмотрите, пожалуйста, мои сторис. Там Катя отвечена сегодня, весь день. Катя нас просит гулять взять. Я не могу отказать им. Что взять? Гулять нас просят взять. С ними по магазинам. Маш. Я с Ливаном погулялась. Ой, поругалась, погулялась. Ты уже и погулялась. Маша. Чё? Ну что, мы с тобой? Мы вас берем, да. С ними гулять? Ну просят, да, что? Ну пойдем по другому центру, просто пройдемся. Пошли, все. Потому что не все же из Москвы с нами хотят пройтись-то. Давай, только в туалет уже. В туалет на втором этаже тогда. Нет, вон же на первом. А здесь позже. Я очень сильно хочу туалет. А, вот тени, Кать, которые ты спрашивала. Кате очень мои тени понравились, вот они. Вот у меня они есть. Есть? Да, один в один. Я же сказала тебе, что у меня есть такие тени, да, вот, вот рассыпчатые. Да. Внутри, да. Один в один, и все. А ну, я тебе говорила, а ты со мной спорила. Маш, держи. Машуль добрая, очень я добрая. Я охеренная тёлка. Ты воды, может, глотнёшь? Воды нет. Ну ты заебала мне пить воду. Дай глоток выпью. Выпей хоть глоток, а? Катя оденет платье Бальман. Лёва в панике, клянусь вам. Короче, все было нормально. Выложил тизер, убедила, говорю. Для подписчиков, говорю, топово. Будет народ. Все захотят еще больше посмотреть. Ночью, ебаный в рот. Мы с ним поговорили 4 часа. Началось. В 2 часа ночи звонит, говорит, мне звонят из Франции. Мне все звонят, что это позор, что это уровень дома 2. Да у тебя безупречная репутация. Все это началось. До утра с ним не разговаривали. Пришли на показ. Он сказал, я не буду с тобой выходить за руку. В итоге пошли отдельно. Он не хотел идти на показ. В итоге уехал домой. Катя, допивай, все. Да. Что с твоим внешним видом? Ну что, страшное? Наверное, да? Ему написали, что, типа, у тебя была безупречная репутация, зачем ты с ней связался? И пошло-поехало. Я смотрю, он вместо показа стоит, копается в телефоне. Но я и сняла. Катя будет с мамой своей сидеть на показе и вести прямой эфир. Он вам ничего не будет рассказывать, он скажет, что все хорошо, а меня просто... Кать, как у тебя дела? Нормально, я в туалет хочу очень сильно. Я тоже хочу в туалет. Пошли. Надо пальто здесь. Все, идем. Смотрите, какой у меня портфель красивый. Кате понравился. Пошли. Всего доброго. Все, обоссышься, да? Всего доброго. Это торговый центр, охотный ряд.
Катя, так переела, мне так плохо, кошмар. Мне прям плохо. У Кати оригинальные кроссовки Gucci. А ну-ка, стой. Я вчера их померила, они такие удобные. Катя моя подруга. Блин, вы знаете, у меня что стало? Я что-то съем, и меня сразу тошнит. Это что такое? Это так отвратительно. Мы идем с вами в магазин. Здрасте. 50 рублей туалет? Это что вообще за что-то? 50 рублей туалет. Просто только у нас так плохо обдирать людей. У нас это могут. А почему так дорого туалет стоит? 50 рублей. Они нас не спрашивают. Держите, 50 рублей. Частная торговля. Ужас. Сейчас ваш чек выйдет. Ладно, я выхожу из эфира, сейчас пойду заново.